Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1360. События дня. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». За 6 сентября 2019 года. Вот обращение. Считайте, останавливайте курсором. Вот попросят помолиться. Ну, я им отослал. Вот он, Александр. Ну, тут считать очень трудно, мелко. Я открою, покажу, как. Вот. Молитва. Сейчас я покажу. Здесь у меня заготовки такие есть. Молитва. Так вот не очень-то и вижу. Ночь темно. Молитва. Семикратная. Молитва. Молитва по соглашению. По согласию. Вот. А это не то. Если вот так где-то тут есть. Молитва по согласию. Снова вот ищу, показываю. Я плохо вижу сейчас. Семикратное. О разном служении. Просят. Молитву просят. Вот она. И вот можете прочитать. Когда просят, как у нас принято. Какие места Писания привожу. Вот так. 20-й расширить, сделать курсором, и вот так просчитайте. Объясняю, что такое три святое. Вот такой вот. Александра ответил я, он диакон. Он сразу же ответил. Сейчас я ему буду отвечать. Ночь сейчас идет. Да, да, простите. То есть готов. Сейчас я заканчиваю события и сразу ему отвечаю. Готов, а и становимся на молитву. Начинаем молитву. У нас прошла. Это специально по просьбе о всех его родственниках, о некрещенных. Ну, вот так. Вину разрешили официально, выпускают. Вот написали, я его выставил.
отвечаю вот так-то, так-то. Ну и вот день прошел. А что в дне этом было? Ну, утром, как всегда, в одно время. До завтрака готовим. Пошли на рыбалку. Проверили сети днем. И поехал на велосипеде с Володей на Рыжцовский пруд, где опрокинулась машина. Спросили Игоря, зашел на склад я. Как там, будешь собирать там? Нет, нет. Ну, я говорю, мы заберем. Да, пожалуйста, там. Ну, и мы набрали 9 мешков по 3 ведра. Каждое ведро 13,5 литров. Вот считай, сколько. С травой, там трава. Ну, когда отвеется, мешков, так думаю, 6-7 будет. Вот по 3 ведра, если 6-7. Вот и считай, сколько мы сделали. Ну, не увезли. Второй раз Володя один съездил на велосипеде за палатками. Целлофановый такой большой кусок привез. Все, закрыли мешки. Ждать, когда Сергей приедет, Пупков. Он как раз ночью приехал уже. Вечером, ночь, темно. И сегодня должны забирать. С Володей поедут. Будет интересно смотреть, как мы собирали из травы. Траву надо вырвать руками. А в траве, вот забери его, горох. Забрали. Вот такой у нас день был. Богатый очень. И слава Богу. Еще было заняться. Тут я рыбу разделываю. Показываю, как сейчас затеяли чешуя. На чешуе одни паразиты, и то другой паразит. Вот пишет паразит какой-то. Какие там паразиты? Где он видел их? Нету. И тем более чешую-то не есть, а варить в чешуе, потому что как раз на ней вот это то желе, которое дает в холоде потом студень. Варит, кипит. Там еще нет, даже если бы что-то и было. И при том, когда в холодное место ставят, то шкура, кожура делается одним покровом. Она с чешуя делается, как панцирь, отдельно снимается с кожи. Легко так есть. Дальше-то остается только то, что плоть. Вот так. Ничего не понимают, не видят, не знают. Голодные, ропщут. Богу слава.